то Бог велико, Бог наш. Прислухайся, наш добрий друже, як тихо і мирно шелестить жовтень осіннім листом, день за днем перегортаючи сторінки нашого життя. Біг часу зупинити неможливо, але зупинитись самим, скинути суєту і відчути радість від життя в наших силах. Особливо це відбувається в намолених місцях православних церквах. Ось же більше 200 років місцем втішення від скорботи і джерелом радості для миколаївців є церква всіх святих, що на Старому Цвинтарі. Існує в цьому дивному храмі престол на честь святого апостола і евангеліста Іоанна. Декілька років тому цей престол було оновлено і відремонтовано. Трудами праведників і турботами настоятеля Всесвятської церкви протоиерея Анатолія Іоанновському престолу повернено його первинний вигляд. Збереглись і старовинні ікони на царських вратах. 9 жовтня за православним календарем вшановується пам'ять святого апостола і евангеліста Іоанна. Апостол і евангеліст Іоанн Богослов – родом із Вифсаїди Галілейської, син благочестивих родителей і младший брат апостола Іакова Завідєєва. До призвання апостольського він був учеником святого пророка і предтечі Хрестителя Господнього Іоанна. Сам Господь призвав його на апостольське служення, і Іоанн оставив все і послідував за своїм божественним учителем. И никогда больше не оставлял его. При земной жизни Господа Иисуса Христа мы знаем из истории и Евангелия, что апостол Иоанн в числе трех апостолов был свидетелем основных евангельских событий. Он видел славу Господа на Фаворе. Именно ему Господь открыл имя предателя на Тайной Вечере. Мы знаем, что апостол Иоанн не оставлял своего учителя в Гефсиманском саду. Он был присутствующим во дворе архиерея иудейского, когда судили его божественного учителя. Он следовал за Христом по крестному пути. Люблющий апостол, единственный из апостолов, был и на Голгофе, когда другие ученики оставили Спасителя. И здесь, с креста, Господь поручил ему свою Божественную Матерь. Мы знаем из истории Церкви, что апостол Иоанн до Успения Божьей Матери жил в Иерусалиме, практически не оставляя Палестину. Позже он отправляется в Ефес и проповедует Евангелие малоазийским церквям. В то время были тяжелые времена для христианской церкви. Большинство апостолов уже по челеобозе были замучены за веру Христову. Началось большое гонение на христиан, и особенно с 81 года, когда на престол императора стал Домициан. Гонение на христиан из Рима распространилось и на всю Малую Азию. Кто-то из граждан Ефеса доложил императору на Иоанна Богослова, и Иоанна, заковав цепи, вызвали в Рим. Здесь он претерпел много мучений.
но выдержал эти мучения и снова был возвращен в город Эфес. Но здесь не оставили его покоя, снова заковали в цепи и отправили в ссылку на остров Патмос. Для римлян ссылка на Патмос считалась очень большим наказанием, но и здесь жили люди. Мы знаем, что совсем за короткое время апостол Иоанн Богослов обратил в веру Христову все жители этого острова. И в сегодняшний день остров Патмос свято хранит память о тех местах, где ступали стопы этого великого апостола. Святые отцы и учители церкви говорят нам о том, что именно здесь, на Патмосе, было написано Откровение, Апокалипсис. И сегодняшний день, то место, пещера, где была написана эта книга, о судьбе церкви и будущего мира сего. Та пещера в сегодняшний день превращена в храм с двумя иконостасами, и правый предел – это пещера Иоанна Богослова. Сохранилось место, где стоял великий апостол во время, когда он слышал те таинственные слова. Сохранилось место, где стоял его ученик Прохор, записывая Откровение Иоанна Богослова. Сохранилось то место, где отдыхал апостол, где он ложил свою ладошку, когда вставал из ложа, потому что он уже в это время был в преклонном возрасте. По смерти императора-гонителя апостол возвращается снова в Ефес, и здесь он написал свое Евангелие. Если другие апостолы писали Откровение, они начинали из первых дней жизни Господа нашего Иисуса Христа, то апостол Иоанн, когда он начал писать Евангелие, он начал из слов. В начале без слова, и слово было у Бога, и слово было Бог. Поэтому за глубину его мыслей Святая Церковь называет его Богословом. Мы знаем, что святой апостол Иоанн Богослов прожил долгую жизнь. И когда он был уже совсем старенький, не мог проповедовать уже, он повторял одни и те же слова: «Дети, любите друг друга». И когда его спросили, почему он повторяет одни и те же слова, то он сказал: «Тот, кто исполнит заповедь любви, тот исполнит и все заповеди». Мы знаем, что апостол Иоанн Богослов, один из апостолов, дожил до глубокой старости и умер своей смертью. Он умер на 105 году, уже предчувствуя свою смерть, он повелел приготовить могилу, возлег в нее сам, как на ложе, и мирно почила Бозе. Через некоторое время апостолы, его ученики, не могли обнаружить тело, останки его святые. И только раз в год, это в мае, 21 мая, из могилы выходил тонкий прах, и верующие собирали этот прах и употребляли для лечения тяжелых болезней. Святой апостол-евангелист Иоанн Богослов всю свою жизнь стремился как бы открыть, постигнуть великие тайны, открыть завесу, которая отделяет землю от неба, и видеть жизнь не только небожителей, но и самого Бога. Поэтому символ апостола-евангелиста является орел, символизируя этим высоту его парения богословской мысли. И если мы посмотрим на его жизнь, то он в действительности еще при жизни был более небожителем, чем гражданом земли. Поэтому один из святых угодников Божий, преподобный Федор Студит, учитель 8 века, называет его «златокрылым орлом и вестником безначального слова». Еще его апостола Иоанна Богослова называют апостолом любви, ибо он засвидетельствовал, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Мы знаем, что
Это добродетель, она должна наполнять каждого из нас. Благодаря этой добродетели мы совершаем наш жизненный путь. Милостью Божией наш храм имеет предел, освященный в честь апостола-евангелиста Иоанна Богослова, апостола любви. В 1857 году по благословению святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, трудами Константина Соболева в храме Кладбищенском был воздвигнут предел в честь апостола любви. И в сегодняшний день верующий имеет возможность вознести свои молитвы к апостолу, попросить, чтобы и он укрепил их духовные силы, телесные, послал эту добродетель, которая является основанием и украшением нашей христианской жизни, ибо где любовь, как говорят святые отцы, там мир, а где мир, там и благословение Божие. Дай Боже нам з тобою, друже, за молитвами апостола евангеліста Іоанна, миру і любові, які перетворюють нас на краще, а разом з нами і увесь світ. Слава Богу за все!